Привет всем, вы на канале Panda Play. Меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня кладбище кораблей симулятор. Игра нам говорит, что мы посетим сейчас самое большое кладбище кораблей в мире, выберем самый ценный корабль и отправимся навстречу приключениям. Играем за одного рабочего. Опасная работа в мире, разбери весь корабль, продавай добытые детали, улучшай что-то там свое. Нажмем сразу играть, чтобы не было особо с тобой заморочек, просто... Поиграем, посмотрим игрушку, она пролог, типа как бы, ну не то чтобы демка, но пролог, но почти как демка. И получается, что не полная эта версия, и когда-то будет полная. Но когда будет полная, еще никому никогда не известно, потому что даже на официальной страничке просто написано, что типа, ну поиграй в пролог, пожалуйста, дружище. Не знаю мы, когда выйдет эта игра, по крайней мере я с телефона не нашел, а с пекарни я не заходил. И собственно говоря, все, что там? Что там такое? Блин, тут дует как, слушай, компьютер дует. В прологе у вас будет доступ к трем кораблям, простейшие инструменты и основные функции полной версии игры. Исследуй, тщательно проверяй заброшенные корабли, так как на них можно найти много материалов. Палубы, жилые помещения, машинное отделение, нужно обследовать много мест. Используй автомобиль, чтобы передвигаться быстрее. Металлолом. Демонтируй все, что сможешь, от обычных бочек или труб до массивных двигателей. В игре ты найдешь разнообразные материалы, от обычной стали и меди, микрофон-то я включил, до очень ценного серебра и золота выбирай с умом, так как место на складе ограничено. Следующее, так, ну, это ясно, это меню, это инвентарь, это Q-инструменты, бегать на васт, так, E, перетаскивай, используй, R, это, R, это перетаскивание, F, фонарик, древо навыков, это на U, Shift, бегать, Ctrl, приседание, Space, прыжок, все ясно, завершить, о-о-о-о-о-о, ничего себе, какая чувствительность, так, так, что я хотел-то... Чувствительность хотел убавить. Чутка хотя бы, ну, пожалуйста. Режим отображения, управление, наверное, да? Чувствительность на 2,5, давай на единичку прям сажу, чтобы прям вот... Да, плюс-минус, наверное, вот так, наверное, даже будет комфортнее, если я сделаю на 0,9. На 0,9 будет вообще, наверное, самое... Оп, вот так вот. Отличненько. Так, сейчас я прям провод уберу от наушников, и все, и погнали. Найди, уничтожь металлолом. Да, вот тебе металлолом. Ай, где корабль? А, вон он. Пойдем, машина. Ей использовать. Слушай, машина прям как в том магазине, в этом, в трейдере. Но блестит. Прям как новая. Только что выехал с керамики, наверное. Рабочие стоят. Отдыхают, смотрят на меня, ждут, когда я выкину их корабли. Разбирай, приятного разрушения. Критические точки, если удачно попадешь, можешь ускорить процесс уничтожения, чтобы нанести больше повреждений, целься в светящиеся искры. Улучшай, получи больше опыта в чемпионате по владению молотков, потратив очки в своем древе навыков. Хорошо, древо навыков это у нас на Ю. Это здесь кувалда, это то есть я 17 раз воспользуюсь и, наверное, можно будет что-то улучшить. Так, и чё? Так, кувалда. А где светящийся искорка? Поломал. И чего? Хорошо, хорошо, ладно. А оно будет рушиться, нет? Вот это дело будет рушиться. Я просто не особо понимаю, что здесь разрушаемое, что здесь неразрушаемое. Написано было от бочек до всего там, чего только можно. Но, видать, это все дело бесполезно, да, бить? Наверное, только подсвечивающиеся какие-то предметы. А что, она ломается? Ее нужно ломать ножовкой, я понял. Блин, я хочу подобрать на левую кнопку мыши, она не подбирается. Трунь. Классно, слушай, блин, такая расслабляющая достаточно игра, она тебя прям не заморачивает, ты просто должен нажимать на кнопочку, ой, и складывать всякое говно, которое ты собрал в багажник автомобиля, наверное, и... Так, а погоди, а у меня в инвентаре что лежит? Нормально у меня все лежит в инвентаре, давай-ка мы переложим. ПКМ перенести предметы. Красота, слушай, класс, вообще, прям четкая игрушка. Графончик здесь такой простенький, но в то же время приятный. Приятный глазу, и геймплей он такой не напряжный. Музыка такая тоже спокойная, достаточно так прям душевно.
камни не нужно собирать, я камней бы набрал еще с собой. Так, возьми чугуна. Чугун, масло, масло, чугун, масло, масло, чугун. Возьмись. Кладбище кораблей. Представляешь, вот где-то лежат корабли в таких количествах, в огромных, просто их... Просто выбрасывают, их разбирают на металлолом, сдают и все. То есть они никому пользы больше никогда не принесут. Не, ну принесут, конечно, вот, например, таким, как я. Я вот хожу, сейчас собираю, получаю опыт, получаю металл. Сейчас пойду сдам на металлоприемку, куплю себе поесть. Чисто, знаешь, такой примитивный способ мышления. Сдал металл, купил пожрать. Сдал металл, купил пожрать. Так, что такое было сейчас? Ага. Так, это надо выбрать молоток. А искорки, типа, они изначально, да, висят, и по ней нужно попасть, по этой искорке. Ясно, ясно, вопросов нет. Медь и... Что-то там еще было. Так. А, две ржавые стали. Угу. Попал. Ну, типа, за два удара считается удар по искорке. Поэтому, ну, в принципе, приятно, чего нет-то. А я чё мимо неё пробежал? Попал, 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 попал. Точно попал. Как много чугуна и ржавой стали. Так. Так. Еще есть? Ну-ка. Блин, классная игрушка. Прям нравится. Прям нравится такое спокойствие. Знаешь, мне второй уровень дали. Ура. Чё прокачать? Повреждение от кувалды плюс... Чё за моб? От какого-то. И скорость кувалды. Давай скорость кувалды, она всяко лучше будет. Так, у меня 7 слотов из 10 занято. Пожалуй, знаешь, что здесь не хватает? Автоматического упорядочивания инвентаря. То есть, когда ты нажимаешь правой кнопкой, чтобы все съезжало на ячейку. То есть, я перенес все туда, все на ячейку съехал, и я мог просто на одном месте нажимать на правую кнопку. Было бы вообще невероятно классно, если бы такое было бы здесь. А так в целом круто. Так, можно пойти и продать материал на рынке. Ну-ка, ну пожалуйста, сядь. Немножко здесь, знаешь, такие эти... Как они называются правильно? Точки взаимодействия смещены, что ли? Чуть-чуть, не всегда они работают. Так, добрый день. Здесь нельзя... Почему нельзя выйти-то? Кто мне здесь запрещает выйти? Здрасте, приехали. Так, что тебе нужно, дядь? Тебе нужно торговать, я понял. Купи новые инструменты. Здесь ты можешь купить новые предметы, которые наверняка пригодятся для разборки кораблей. Улучшение. Ты можешь убедить продавца заказать новый ассортимент для его магазина. Конечно, это не бесплатно. Так я ж у него его куплю. Ножовка за $30. Смотри-ка. Как мне ему что продать? А, купи. А, подожди. А вот этому что продать можно? Продай. Здесь ты можешь продавать тщательно собранные материалы. Продавец у нас не красавчик, но зато предлагает хорошие цены. Законы рынка. Цены на материал меняются ежедневно, в зависимости от того, что ты продаешь. Я понял. Короче, здесь не нужно продавать одно и то же. Так, что это такое? Рыночные цены, рыночные... А, у меня, то есть, в кармане ничего нет. Общего инвентаря с машиной у меня не имеется. Хорошо, ладно. Прям чуть-чуть не хватает. Две ржавые стали не получилось поместить. Да просто я возьму, да продам ему все, да в чем учится-то? Продать. Я даже смотреть на цены не буду, я просто собираю и как бы... И продаю. Телов-то. Дружище, на, держи. Вот тебе маслечко. И... Так, ты мне даешь ножовку, чтобы я пошел медные эти продавать. Ой, пилить. Купить. Повреждение ножовки по металлу, будь осторожен, ножовка вызывает привыкание. Хорошо, вырежи, обрезай балки и трубы, но осторожно обращайся с острым лезвием. Резка предметов приведет к снижению эффективности пилы и уменьшению повреждений от нее. Если понадобится, не забудь приобрести новое полотно в магазине инструментов, улучшая получая больше опыта в этой области, потратив очки в своем древе навыков. Давай сейчас водички прям чуть-чуть попью, потому что что-то я много так разговариваю. Угу. А можно купить сразу полотно? О, магазин инструментов. Стоимость. То есть я сам его построю, что ли? Круто, слушай.
повреждения такие. А где вы взяли острие? 100% за $25. Полный запас. А, ну я понял, хорошо. То есть здесь можно только сломать, а запасной нельзя покупать. Пойдем сюда. Что там, закажи корабль. Круто. Закажем корабль сейчас. А как заказать? Куда нужно зайти, чтобы заказать? Открой. Так. Ой, компьютер у меня есть. Доступные корабли. Твое бронирование, нет бронирования. Ну давай вот это, допустим. Смотри, $1 в день. Забронируй. Корабль будет доставлен в 8:00, ты найдешь его на пляже. Следующая оплата за бронирование произойдет в 8:00. То есть я за доллар в день арендую корабль, который даст мне определенные ресурсы. Это ж круто. Так, и я, получается, сплю. Так, ложишься спать, ты проснешься на следующий день в 8. Исчезнут все материалы, оставленные на земле. Новые предметы появятся на пляже. Предметы на судне останутся на месте. Ночной режим. Хорошо. Учтем. Самое главное нам с тобой сейчас это научиться просто играть. Я надеюсь просто, что очень скоро выйдет новая, полная точнее версия этой игрушки, потому что она мне достаточно привлекает. Мне достаточно она привлекательная. Повреждение от пилы, максимум остроты. Нет, острота мне не нужна, наверное, все-таки две ячейки автомобиля, чтобы я мог побольше с собой таскать. Почему, правда, это в улучшениях кувалды находится, неизвестно. Так, а что это? Здесь ржавые стали, 6 меди. Так это делов-то. А, здесь мужик стоял с другим мужиком, да? То есть теперь нас заставляют с тобой купить что-то. Точнее, набрать, чтобы это дело, дело построить. Ну, пойдем. Там вон корабль приехал. Сейчас мы его разберем. И продадим. Точнее, 6 металлолома, да, ржавой стали этой. И 6 меди. Так, выходим. Иду смотреть, что здесь на этом корабле есть. А, смотри, как всего много-то. Получается, я беру кувалду, лупашу. Как следует, смотри, бочки разлетаются на куски, просто офигеть. Просто, вот, выглядит это классно. Но чтобы бочки отлетали просто так вот, как мороженые арбузы, это сильно. Добудь инструмент более высокого уровня. Я даже по искоркам буду лупить. То есть мне нужно молоток вкачать, я понял. Хорошо, договорились. А чё он? Стальной столбик. То есть нормальную сталь я добыть пока еще не могу. Чё вы? У, блядь. Какая-то мошка летает, смотри-ка. Прилетела и хочет мне, не знаю, помешать, наверное, записывать. Скажет, ты чё тут расшумел, дай поспать. Я ей говорю, отстань от меня, записываю. И все, да, вот так и живем. Так, 10 стали мне нужно. 10 стали, 6 меди. 5-6 стали и 2 меди. Ну ладно, сейчас быстро все доберем. Сейчас быстро все соберу я. Да, ударь, руки такие короткие, дружище. Новый уровень. Подлиннее руки заказать можно? Так, раз, два, три. Раз, два, три. Три. Получается у меня 10 меди. Ой, 10 стали и 6. 4 меди, осталось 2. Ржавая сталь, масло, ящик. На кой его рубить вообще? Не знаешь? По приколу, что ли? Круто. Круто, блин, вообще четкая игрушка. Мне она прям нравится. Мне она прям нравится, знаешь, без всякой фальши. Просто нравится. Медь, чугун. Давай вот тут прям расколотим. А почему нет? Крутотецкий. Вообще четко прям. Чё бы, если не вы, а? Чё бы я делал? Ничего бы я не делал. Ничего бы не делал. А так игрушка такая классная. Как она мимо меня могла пройти? Так, и чё у нас там по меди-то? По меди 6 штук. 5 штук всего, а? И ещё одна не хватает. Тихо. Открой. Меди хватает. Идем с тобой в машину. Погнали. Через пассажирский-то можно было бы сесть. Погнали. Буду строить мастерскую. Я набрал достаточное количество предметов, достаточное количество материалов, чтобы построить собственную мастерскую, а ты в меня не верил. А, нет, подожди, мужики-то вот они стоят. А я их не заметил.
А я им буду что, конкуренцию создавать или что? Купил. Вот и все. Музыка даже замедлилась. Мастерская. Переплавка. Соединяй материалы и переплавляй их, чтобы создать новые сплавы. Для каждого сплава необходимы разные условия плавления. Необходимо тщательно установить печь и работать аккуратно. Малейшая ошибка может испортить твой материал. Грустно. Склад. Используй склад рядом с печью для хранения материалов. Улучшение. Развивай мастерскую, чтобы получить доступ к новым функциям переплавки. Во время переплавки очень важно следить за настройками температуры воздуха и воды. Благодаря улучшению ты также можешь увеличить место хранения. Ясенько. Мастерская. Алюминий могу сюда засунуть. Зачем, правда, непонятно. Погоди. Что делать надо? Как это все работает? А есть какая-нибудь инструкция, что ли? Используй печь для получения нелегированной стали. Она здесь и так вся нелегированная. Нелегированная-то? Или нелегированная? Ой, как все сложно-то. Так, ну ладно, допустим, я... Подожди, сталь брошу туда. Чугун. Чугун и алюминий с маслом. Все, брошь сюда. А зачем? Нелегированная сталь из меди и ржавой стали. Едите его колотить, а я... Как этот самый... Как дикарь последний. Так, засуну сюда, я вот сюда вот так вот сделаю, да? И поеду на машине искать... А что здесь? Не реализовано в прологе. Жаль. Бытовку не реализовали. Ничего страшного, мы подождем полной версии, и все это будет реализовано, надеюсь. В скором времени. Поедем за медью. Наделаем нелегированные стали. Будем самыми крутыми ребятами на этом побережье. Пойдем. Бегом. Прыгать даже можно, ля, как хорошо. Так, ножовочку-то может, использовать, а тут что-то я как... Опа. А почему в барабане нету меди? Она, смотри, она же с проводом. Там тут же кабеля, вон сколько. Там килограмм 200 кабеля, там наверняка есть этот... Медяшка. Не, нельзя? Жаль. А что ножовку делать? Ножовку-то я нахера сделал. Что ей пилить? Опа, чугун. Чугунок. Парарапапапапа. Везде, ну... Короче... Только вон те столбы можно пилить. Медные, кстати, да. Здесь есть кнопочка. Можно на единичку это делать. Хорошо. А, здесь... Здесь молоток нужен крутой. А у меня, кстати, уровень-то прокачался. Если прокачался, то я сейчас возьму да вкачу немножечко. Острота пилы. Пилой я особо не пользуюсь. Блин. Все, супер удар. Блин, круто, я прокачал. Может быть, можно уже, да? В смысле? Да будь инструмент. У меня же и так прокачанный уже инструмент. Куда его еще прокачивать? Погоди-ка. А может быть, я еще могу что прокачать? Доступные очки навыков-то 2. Скорость кувалды, повреждение от мопа. Что такое моп-то, елки-палки? Это что за моп? Моп. Не реализовано в прологе, я понял, хорошо. Дай скорость прокачаю, что ли. И слот инвентаря пусть будет. Музыка такая, прям... Хорошая. Опа! Круто, блин. Крутая игрушка. Прям крутая. Прям люблю ее. Прям влюблен. Прям жду, когда же она, блин, появится на полной версии. Главное, чтобы не за 2000, потому что за 2000 я ее не буду покупать. У меня столько денег нет. По крайней мере, на игрушки уж точно. Но если рублей за 400, ну 500, там, блин, пожалуйста, прям куплю. Только в путь. Ну. Опа. Ой, блин. Обожаю эту игрушку. Не знаю, мне прям нравится. Набрал всякой всячины. Пойду вот сюда вот. Расколочу. Бочку. Просто взял и бочку расколотил. Да попади и ты. Попал. В отверстие. Лупанул, представляешь, мимо. Тунь.
Тунь. Расколошматил все бочки. Почти. Пуньк. Опа. Не подобрал, смотри-ка. Чуть не это самое не пропустил. Пуньк. Так. Кабель. Ну, блин. Откуда здесь сталь взялась? Непонятно, блин. Я вообще не понимаю, почему здесь именно сталь. Хорошо. Тын-тын-тын-тын. Тынь. Ой, как мне нравится, а. Какая же игрушка четкая. Такая она душевная, прям вообще не напряженная, душевная игруха, а. Просто четко. Просто, блин, люблю ее. Не знаю почему, но я ее прям полюбил. Она прям с самого начала меня привлекает. Ну, ударь ты. Оп, молодец. Хорошо. Отлично. Осталось, в общем-то, здесь корабль-то это расколошматить. Прям совсем чуть-чуть. Да. Так. Угу. И... Блин, какие крепкие столбики. Я же понимаю, что они стальные, но можно же было разбивать их немножечко быстрее. Уровень дали. Ёшкин кот, мне кажется, уже 2 уровня дали. 4 очка навыков. 5 скорость спринта, 10 повреждений от мопа. Наверное, можно вот это прокачать. И, наверное, можно вот это прокачать. И вот это прокачать. Вообще, смотри, 25% шанс на двойную добычу на разрушенных объектах. Интересно, из этого что-нибудь выпадет? Если у меня 25% шанс-то. Как жаль, что нет. Я теперь бегать буду быстрее. Места в инвентаре нет, смотри-ка. Ты смотри, как я ношусь. Ты просто глянь. С такой скоростью просто прям как ветер. А, тут есть кнопка-то, вот она, ёшкин кот. А я все по одному перекладываю. Ну-ка. Раз, два. Ой. Не на те кнопки нажимаю. А вот это может сломается? Нет? Нет, не сломается. А вот здесь что? А, здесь больше ничего нет. Как жаль. Короче, я весь корабль практически вынес. Да? А время 20 минут все прошло. Опа, здесь дверь. Купи отмычку, чтобы открыть. А я ж это самое. Я не умею. Купи отмычку, чтобы открыть. Пойдем наверх. А вот здесь вот столбики уже, смотри-ка, ну. Купи отмычку, чтобы открыть. Да сколько можно отмычек-то? У меня столько отмычек нет. Так, а вот здесь ножовочка нужна? Нет, не нужна. А я чуть не взял. А я про все равно ничего сделать с ней не смог бы, да? Здесь же так все реализовано, типа... На дуракат не пролезешь. Ну-ка, не улетай только. Хорошо. Ну-ка, попади. Пунк. Отлично. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Пунь. Блин. Да попади ты по ней. Ну, что ты. Тунь-тунь-тунь. Никуда больше не улетел, почему-то так я мало собрал. И использую что-то там для получения легированной стали. Но я уже все получил практически, нелегированную сталь-то. Ну, мне просто подождать осталось. Подождать того, что я добегу до... Опачки. Я чуть тебя не пропустил. Стальной ты столбик, мой хороший. Чуть не пропустил столб. Представляешь? Прям чуть-чуть. Вроде как все, кроме вот этой вот внутренней части этого корабля. Да ну, залезь. Эхли. Так, сейчас наделаю нелегированной стали. Деньжищ заработаю. Просто миллионы пойдут у меня в карман. Ух. Это тебе не хухры-мухры вообще. У меня вон печка целая, смотри, какая огромная. Сам собрал. Так, что мне нужно-то? Угу. Медяшечку. И чё, 100 градусов получается... А, 1000. 1000 какая 100-то. Опа. И использовать. А воды-то я налил. Ход выполнения. В игре много предстоит разблокировать, повышая уровень и получать доступ к новым кораблям и рецептам. Заставь... А, добавь...
жертву, блядь, доставь нужные материалы, чтобы выполнить заказ, получить вознаграждение. Ты никогда не сможешь выполнить их все. Новые заказы будут появляться ежедневно. Но это я еще посмотрю, как я... Не сможешь, Гарри, выполнить их все. Знаем мы. Так, а где результат? Ёшкин кот. Погоди, здесь есть уровень воды какой-то. Куда его надо девать-то? Уровень воды-то где? Там воды, кислорода какого-то, еще что-то надо было. Или все-таки тут не нужно ничего? Доступен новый заказ. А где он? Вон он. Вон он весь заказ мой. Угу. А, это нет, я туда пешком-то не пойду. Давай поедем. Поедем, посмотрим, что там к чему. Угу. метров. Вот на машине круто, на машине можно перемещаться. Это вообще классно, на самом деле. Опа, тихо, я тут в сторону смотрю немножко. Только не особо мне понятно, конечно. Здесь карты есть, нет? Мэта, не, мэ нету. Мэ не работает. Здорово, мужик. Что тебе нужно? Заказ на 7 чугуна, награда 1 левел и 168 долларов. 9 ржавой стали. Давай на чугун. 7 чугуна приму. Не хватает материалов. Блин. Чугуна не хватает, серьезно. Ну дела. А у меня 3 чугуна-то только, ёшкин кот. Может тут что лежит? Конечно лежит. У меня здесь все лежит. Вот это все наберу с собой. Серьезно? Я машину только что... Смотри, толкаю машину. Ну и дела. Я сейчас доиграюсь и в нее сесть не смогу. Вот это да, вот это будет весело. Обхохочусь просто. Поговорить, да? То почему у меня мышка на второй монитор вылезает? Зачем она там? Доставить заказ. Новый уровень дали. Ну-ка, хорошо-то как. А зачем он мне нужен? Газовый резак, его еще, наверное, нет. Ход выполнения. Так, это все ерунда. Это все не то. Так, давай следующий за... Так он только что 2 задания давал. Почему? Блин. Зачем меня мотать в разные стороны? Ты же хотел только что... Блин. Ты же хотел только что... Какой-то предмет, чтобы я тебе принес. Почему ты просишь, а теперь... О, мужик, ты прозрачный. А потом берешь и говоришь, что у тебя нет заказов. Некрасиво получается. Не вижу ничего. Пожалуйста, покажите мне дорогу. Так, ладно. Застрял. Застрял и еле вылез. Помчали. Далеко находится, смотри-ка. В другой стороне совсем. Так. Дядька, ну тебе чего? Ржавая сталь и чугун. Так, ты мне дашь 100... Вот это вот лучше. Прими и... Да... Да что ты за человек такой? Чугуна ему тоже надо. На, на, чугун, на. Все, новый уровень прокачал. У меня 4 очка умений. Зачем они мне все нужны, непонятно. Можно, конечно... А, повреждение от кувалды. Наверху написано, повреждение от кувалды. 2 слота ячейки. И вот повреждение от кувалды. У меня сейчас кувалда просто повреждать только так будет. Так, что у меня дальше-то? Доступен новый заказ. Ну, поехали. Поехали. Я, конечно, я вообще... Я человек простой. Заказ есть, значит, я еду. 8 уровень уже. Но музыка, конечно, здесь совсем не динамичная. Не такая, какой я. Не подходит совсем под мой сейчас настрой. Я, мать его, самый динамичный человек, по-моему, сейчас. В этом городке. Да. Все вот сидят, в картишке рубятся, а я тут гоняю. Короче, я так понял, у нас будет всего 2 мужика, которые будут давать нам с тобой какие-то задания. Потому что я опять к нему вернулся. Да? Да. Так, тебе нужна нелегированная сталь. Он мне дал 602. Ёшкин кот, как много-то всего. Давай ему, короче, вот этого вот. Примем 10 нелегированной стали. Сколько у меня есть-то всего-то? 3 штуки. 3 штуки, это значит что? А медяшки-то у меня совсем нет? Или есть? Есть. 9. И все есть, все отлично. Погнали плавить. Погнали плавить. Плавить, погнали, говорю тебе. Пойдем плавить. Ой. 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 Ой-ой-ой-ой-ой.
кто тут домов настроил, непонятно. Тунь-тунь-тунь. Музычка какая веселая пошла. Более динамичная, конечно, чем была. Тормоза хорошие на машине, хочу заметить. Так, ух ты ж, ёшкин кот. Смотри, как много всего здесь сразу лежит. А, нет, подожди-ка, я не забрал медь. Тунь-т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 унь. Так, ну и получается, что мне нужно сделать-то? Вот это, наверное, и... Да пофигу, по десятке сделаю и использую печь на 1000 градусов. Крутотень. Смотри, сколько сразу появилось. Слушай, я вот думаю, может быть, до него сбегать быстрее будет, чем на этой машине гонять. Ну, потому что он не так далеко уж, чтобы я на машине к нему ездил. Тем более спринт здесь, как я так понял, бесконечный. И мужики прозрачные, то через них можно бегать спокойно. Новый уровень. И 1000 долларов у меня есть. Отлично. В ту сторону, конечно, далеко бежать, да, но все равно тоже. То есть 100 метров осталось, 90 метров. Здесь делов-то бежать 10 секунд, ну 20, может быть. На самом деле не так далеко. То есть машина здесь, в принципе-то, она чисто больше для такого, знаешь, самоутешения, что ли. 8 меди. Где тут больше денег дают? Вот здесь. Медь, прими. А где я медь возьму ему? И чуган. И чуган не возьму нигде. Чуган. Чуган. Сам ты чуган. Так, медяшки-то у меня больше нет. Одна медяшка здесь, и там больше точно нет. Все. Единственное, куда... Нет, не мог я туда положить. Зачем я ее туда положил бы? И если бы я ее туда положил, я бы ее там это самое не искал потом. Так, у тебя что можно приобрести? Приобрести. Купить... Это и так есть, это и есть. А можно тебя попросить купить... А, улучшить магазин. 4 медяшки не хватает, смотри-ка, ну. Прям самую малость. А давай, короче, мы с тобой закажем другой кораблик. Можно? Можно. Да, можно. И давай мы с тобой вот такенский за 200 долларов в день. Много ржавой стали. Медь есть. Алкоголя нет. Бензин есть, масла много. Хотя... Почему назад нельзя тут нажать? А вот тут что? Медь есть, масла много, бензина отсутствует, чугун мало. Ржавая сталь в среднем. То есть, по сути, как бы... Давай вот этот большой корабль сделаем. Выполнено. И выйдем, и пойдем спать. И сейчас мы немножечко поразбираем его, а потом закончим серию. Прилетает корабль наш. Прилетает наш корабль, который... Угу. Который я сейчас буду разбирать. И, собственно говоря, чё? Собственно говоря, вот чё. Где машина моя? Где моя машина? Вот она, моя машина. Она в гараж постоянно паркуется. Ой, а чё она грязная такая? Она такая была разве? Не знаю насчет грязи, но блестящая она такая, какая и была. 200 долларов потратил. 200 долларов, офигеть. Отмычку не купил. А можно ли ее было купить? Вот в чем вопрос. Ну ты чего? Запрыгивай давай. О, тряпки какие, тряпки. Опачки. Хорошо. Пошло, поехал. Смотри, как хорошо получается все. Я, короче, буду ломать, потом буду собирать бегать. Я просто боюсь, что я много времени очень трачу на то, чтобы... Ну, по очереди это делать все. Так. 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 Отлично. Так, это... Удачная добыча была написана у меня. Это, наверное, было значило о том, что... То, что там что-то как бонус, наверное, пролетел. Так, это все какое-то очень недоступное для меня. Так.
Медяшку, на самом деле, знаешь, что самое главное? Медяшку надо на заказ. Медяшку надо на заказ. У меня 5 штук есть. Нужно в большей степени смотреть на медь. Где лежит медь? Потому что она мне нужна. Она прям мне нужна прям очень сильно. Так, это что у нас с тобой? Ржавая сталь, ржавая сталь. Медь. Отлично. Тынь-тынь. Медяшку собрал, чугун тоже соберу. Да все соберу, ёшкин кот. Кто мне запрещает? Так, а тут тоже медяшка есть, смотри-ка. Отлично. Все получается. У нас с тобой все получается. У нас с тобой, блин, получается лучше всех. Так, пошли. Куда это мы пошли? Чугун и медь. Вы придумал тоже. А, то есть вообще с газовой горелкой нужно, да, приходить? Я понял. Сталь. Ящик сталь. Бочка мне не нужна, бочка. В принципе, это тоже особо, не особо прям полезные вещи. Здесь что-нибудь остается после них? Нет, ничего не остается. Значит, это исключительно в развлекательных целях сделаны ящики. Чисто как декорация. Медяшка. Раз медяшка, два медяшка, три медяшка. Сколько у меня сейчас ее? 3, 5, 8 штук. 8 на задание. И 5 лежит в этом самом. В багажнике. Ой. Медь. Хорошо. Раз, два. Ну и, наверное, давай еще медяшки подберу. Потому что медяшка нужна, она везде всякая пригодится. 4 алюминия. Шалить. Так, а это что за металлолом? Это все ерунда. Новичок, купи отмычку. Сам ты новичок, купи отмычку. Я тебе что? Медь. Так, а что, как ее пользоваться-то? О, круто. Круто. Если бы так работало бы все, да? Так, а подожди, а почему ты... Не понял. Подожди, там было написано 4 меди. А я почему собрал меньше? Так, это серьезно, что ли? Я прям сам пилю, что ли? 2 меди. 4 меди. А почему я ее не могу отпилить? Вот тут 2 выпало. Я не понял, а как ее отпилить-то еще? Я же не сам выбираю, в конце концов. Ну. Что за больная фантазия автора? Почему он так сделал? Прямо у стенки, правильно. Пили. Вся медь твоя. 2 штуки аж целых. А, он с той стороны тоже спиливает, я понял. Так, ладничка, а здесь что? Тоже, блин, купить отмычку нужно. Жаль, конечно, жаль, но ничего не поделаешь. Пойдем с тобой уберем. Вот это. Опа, погоди. Такая вот игрушка, да, у нас с тобой сегодня. Прикинь, новость какая. Я вот давно ничего не записывал, для меня сейчас очень так непривычно все это делать. Я привык к стримам, я привык к тому, что я с вами разговариваю, а мне, блин, так неудобно как-то прям. Я сижу один тут, это самое, и читать нечего даже. Войти. Поехали. Скорее, поехали. Выполню сейчас задание. В первую очередь заказ выполнить нужно, а потом пойду и куплю себе магазин продовольственный, этот, как он называется, строительный. Так, мужичок, держи, тебе медяшка, доставить заказ. Че, больше ничего нет у тебя? Жаль, что у тебя ничего нет. Так, что мы имеем с тобой? Бензопилу эту качать можно, конечно. Один слот инвентаря можно качать. Вот тут можно качать, и вот тут можно качать. Так, кувалда полностью прокачана, это уже хорошо. Повреждение пилы. Вот так вот, астарта пилы, наверное, смысла особо от нее нет. Хотя нет. Пойдем вот сюда, к дому. Соответственно, сейчас я прикуплю там
Что я там прикуплю-то? Я куда приехал-то? Я с другой стороны заехал. Правильно, правильно. Ох, как ты близко оказалась. Печка. Вот здесь остановлюсь и пойду к мужику, вот к этому. Так, улучшение магазин, дружище. Нелегированная сталь тебе нужна. В таком количестве, а зачем она тебе? А может я что-то это самое здесь оставил? Да, я здесь оставил 3 штуки как раз. Мужик, я прям для тебя ее оставил. 270 отмычка, ошалеть. А она вообще рентабельная, нет? И, то есть я куплю отмычку. Отмычку-то я куплю. А проблем-то в этом нет никакой. 270-то я найду. А смысл-то? Я потрачу 270, а в итоге-то что получу? Ничего. Это обидно будет. Но ладно. Денег у меня маловато. Дружище, что делать? А мы, знаешь что? А вот что делать. Я наберу, короче, все, что лежит вот тут. Чугун, медь, там все дела. И пойду вот к заданию. Может, там что-то я сейчас довыгодаю. Может, я выменю что-нибудь, какие-нибудь денежки у него за металлолом. Так, 6 меди, 4 ржавые стали. Давай 4 ржавые стали, потому что меди у меня столько. А, тем более еще и сталь. Прими, добавить, доставить. Все, отличненько. Новый уровень. Спринт. Пила наносит в 3 раза больше повреждений в течение 10 секунд. Острое острие. Понимаешь, как называется улучшение? Так, а погоди, я все потратил? Да, все потратил. Так. Доступен новый заказ. Заказ новый доступен. Опять вон у него. Ну-ка ся. Тут еще можно прыгать, я так предполагаю, может быть, даже немножечко быстрее перемещаться. Нелегированная сталь и летая сталь. Конечно, больше мне дают за вот это. Поэтому я возьму вот это. 6 литой стали и 4 меди. Отличненько. Мужик, беги. Беги от меня. Давай купим 2 отмички. Или подожди. Подожди-ка, ну-ка. Я хочу горелку купить. Газовый резак. Потому что там газовым резаком можно, по-моему, все резать. Просто абсолютно все. Ну-кся. Выжигай. Сосредоточься в первую очередь на выжигании выделенных ручек и петель, чтобы демонтировать предметы. Топливо. Если любишь много сжечь, топливо быстро закончится. Купи его в магазине инструментов. Улучшай, получи больше опыта в этой области, потратив очки в своем древе навыков. Так, и... Можно еще купить? Жаль, нет. Как жаль. Мы, короче, с тобой сейчас доиграем еще минуток 10. Я не знаю, сколько там день вообще длится. Подожди. Без машины поехал, побежал. Доиграем сейчас чуть-чуть с тобой еще и закончим, потому что, ну, типа, я так понимаю, здесь можно играть и играть и играть. Если прям активность будет, какая-то, то мы с тобой запишем еще одну серию. Поиграем, а может быть на стриме поиграем, я не знаю. Типа, прикольная игрушка. Но на стриме, естественно, после темных далеких этих, далекой тьмы. Так, что у меня там? А, погоди-ка, вот сюда вот. Газовая горелка. Вот, аккумулятор газовой горелки, блядь, вообще охеренно. А результат какой? Подожди. Я, может, что-то не понимаю. Может быть, вот с этой стороны еще надо порезать? Да? Как все сложно-то. Как я много потратил горелки для того, чтобы вот этой вот ерундой заняться. 3 чугуна. Не, ради чугуна я тут не буду ковыряться. Так, опа, газовый баллон. Я бы вообще захреначил бы. Так, точно я про газовую горелку-то думал, нет? В подвале там что-то было с газовой горелкой связано, мне кажется, нет? Сейчас глянем. Опа, так, не то все. Все не то и все не так. Пойдем с тобою, значит, куда? Это все аккумуляторы. Аккумуляторы мне сейчас не нужны. Ну как не нужны? Они как бы всем всегда нужны, но...
Мало ли что, мало ли пригодятся попозже. Так, ржавый сталь, смотри сколько, ну. Чё никто не берет? Там мужики, он за деньги его выменивают, а здесь бесплатно лежит. И никто не идет сюда. Боятся, наверное, стесняются. Так, чё с тобой? Ёмкость с водой, едите его колотить. Как тебе подступиться-то? А тут чё? Тоже чугун. А тут чё? Тоже чугун. Так, подожди. Не выжигается. Я режим экономии просто включил. Ну как, такой, знаешь, странный режим экономии. Идем, значит, наверх. Я же все сложил себе в карманы, правильно? Я же молодец. Надо выложить все в машину. И... пойти собрать все с корабля. Потому что у меня аренда сейчас закончится. Надо было отмычку купить. И надо будет это самое. Заканчивать с этой арендой. И, собственно говоря, заканчивать с этой игрой на сегодня. Так сказать, до следующих лучших времен. Ну, игрушка классная. Мне она прям очень сильно нравится. Типа, блин, ходишь, все ломаешь. House Flipper прям с этим. Его называют. House Flipper и Trader Life Simulator. То есть прям скрестили только в путь. И получилось вот такое чудо. Ну-ка, не попадай, как жаль. А вот почему нельзя сломать это? Чего я должен именно горелкой это все ковырять? Купи отмычку, а там что есть? Там наверняка, там сундук. Тынь. Так, это все не то, это мне не нужно, хотя... хотя почему нет? Погоди. А туда можно забраться. Ну да. А тут сейф-мастер. Едите его платить. Круто. И я чуть сейчас дорогу к нему не захерил. Короче, я сейчас поднимаю вот это все дело. Иду продаю. Иду продаю и прихожу сюда. Прихожу сюда, знаешь зачем? Прихожу сюда, чтобы... чтобы отмычками воспользоваться. Потому что здесь наверняка что-то очень интересное. Почему нельзя выпрыгнуть-то? Ну, можно. Просто нужно очень стараться. Здесь можно на R держать и собирать. Серьезно? А я чуть не знал об этом. Почему об этом не сказано было? Ладненько, пойдем. Пойдем с тобой к мужикам. Продавать им металлолом. Металлолом пойдем продавать им. Так, ну в принципе, серия вообще полноценная получилась. Я думал, вообще пролог будет как в ферме, блин, в этом фарминг-симуляторе. Или фарм-менеджер-симулятор, короче, как он там назывался. Я думал, примерно такой же будет. Типа на полчаса и все, и закончили. А тут, оказывается, прям такая полноценная игруха получается. И получается, что мы с тобой сейчас можем играть в нее бесконечно. Заказы, то есть вообще прям... бесконечно сюда приходит и приходит. Продать. А у меня в машине еще говна немерено просто. Получить. И продать. Дружок. А пирожок? Давай только вот это вот я возьму. И вот это вот я возьму. И продам. Отлично. А к тебе я подойду за отмычками. За двумя. Раз. Так, разблокирую. Воспользуюсь отмычкой, чтобы открыть запертую дверь и ящики. Уровень сложности. У разных ящиков замки разной сложности. Дополни. Если у тебя закончатся отмычки, купи новые в магазине инструментов. Завершить. Короче, нужно как в Скайриме ковырять эти отмычки. Да? Да. На твоем счете 4 штуки. А я не могу еще купить? Подожди, я отвертку, что ли, купил, а потом каждая будет за 10? Ну, блядь, я думаю, за 271. И нужно сейчас набрать, блядь,
так кучу целую этих отмычек, чтобы хоть что-то открыть. А тут ты ёшкин кот. Ну тогда, наверное, будет достаточно рентабельно покупать эти отмычки. Пользоваться, точнее, ими. Да? Да. Немножко призадумался. Темновато становится. Темновато, но нам это с тобой не помешает. Потому что я знаю примерно, где лестница находится. Вот она. Трунь. А, фонарь у меня же есть. Фонарь, точно. Так, мне нужен второй этаж. Где второй? А, вот он, второй этаж. Ну-ка-ся. И по ящикам. По ящикам. Опачки. А вот тут-то есть ящик. А, перемещай мышь, чтобы поворачивать отмычку. Удерживай пробел, чтобы поворачивать за... Да что ты... Там прям вообще миллиметраж. Да, я застрял. Я застрял. Я застрял. Чё делать? Чё делать, я застрял, если, а? Чё делать? Чё делать? Собака такая, я застрял. Можно закрыть этот сундук? Блять. Я застрял. А теперь попасть туда нельзя будет. Да, конечно, нельзя будет. Я попаду даже туда, куда нельзя будет. Разблокируй возможность открыть искусных замков. Твою мать. Искусные замки, дополнительные. Искусный замок, это сколько же надо прокачать-то? Ошалеть, это много очень надо прокачать. Пойдем тогда вот сюда. Ну там вообще просто миллиметраж, я серьезно тебе говорю. Средний. Прям вот сюда. Короче, ладно, вот так. Я что, не открыл? Серьезно? Он не открыл. Нет отмычек. Я сейчас за отмычками схожу, не переживай. Я сейчас схожу за отмычками. Мне не жалко. Я за ним схожу, блин, тут целых два ящика. Два ящика, и они не открыты до сих пор. Опа, сейчас я как спрыгну. Хорошо, что здесь нет урона. И ты его не разобьешь, точнее этого. Ты не разобьешь себе главного героя об землю, спрыгнув с корабля. Ой, блин. Я хотел прям открыть, я думал, сейчас я открою и все, а оно оказывается, вон как все сложно-то. Там прям надо попасть, прям, блин, я опять еду на вот этот вот сигнал. Мне не нужен этот сигнал, мне нужен дом, где у меня там эти чудики работают. А он сереньким горит, не видно ничего. Так, дружище, я чуть отвертку не сломал, давай мне отмычки. Отмычка. Купить. Че нельзя, блин, 8 купить? Че я должен гонять сюда, туда, брат? Ты куда едешь-то? Давай мы, короче, вот этого товарища на превьюшку поставим. Не, давай вот этого поставим на превьюшку. Вот так вот. Блин, да черт ты. Вот так. Отлично будет, не? Вот так вообще отлично будет, мне кажется. Вот так. Круто. А, зачем, правда, его на превьюшку ставить, не знаю, но прикол. Поехали в автомашину, поехали. Почему-то она едет сама по себе, просто куда ей только вздумается, и все. И она не думает, что мне как бы тоже куда-то нужно. Хорошо, она не уезжает по дороге. Ну как, по дороге, пока я там хожу, она никуда не уехала. Уже спасибо. Так, отмычки я купил. Иду ковырять замки дальше. Самое главное, это нам, знаешь, что с тобой сейчас сделать? Открыть эту будку. Точнее, не будку, а вот все, что в будке.
и чутка повыше. Алкоголь. Я чуть понабрал всего так много. Так, что у нас здесь с тобой? Угу. Примерно то же самое получается. Алкоголь. Ну, возьмись. Отлично. Здесь больше нечего брать, да? Ну, здесь больше нечего брать, мы, наверное, с тобой на этом, наверное, и закончим, потому что... Хотя, погоди, там же, наверное, есть что-то еще, что открывать можно, да? Наверняка что-то там лежит. Вот, типа, где-то здесь или где-то там. И где-то, может быть, вон тут. Что-то да лежит. Закрытое такое. Да? Нет? Да, нет? Тупо за... Да спустись ты вниз. Что ты чудишь-то? Так, мне кажется, что здесь где-то сундук лежал. Ну, какой-то сундучок такой, небольшой. Маленького роста. С первого раза, смотри-ка, ну. Кто бы мог подумать? С первого раза, кто бы мог подумать? Так, и что, здесь каждую можно разблокировать? Жестко, жестко, жестко. Не дает прям разблокировать, прям не хочет, чтобы я открывал бочонки с этим, с алкоголем. Как он называется, ящики с алкоголем. Это, конечно, круто, круто. Куда мне теперь этот алкоголь девать? Так, а, сюда, сюда не нужно, я здесь был. Пойду схожу вот в это вот помещение. Что здесь лежит? Ага, новичок. С первого раза, смотри, как я придрочился уже. Блин. Средний, не средний, а я уже вон как научился. Чё это? Кусочек серебра, ёшкин кот. Я богат, я богат. Хорошо. Я вон сколько всего набрал. Так, перекидываю. Пошел в корабль снова. Наберу сейчас все, что там лежит. Отвезу, продам. И мы, собственно говоря, на этом закончим. Да слезь ты, ёшкин кот, с этого чудесного помоста. О, собирай. Хорошо. Пойдем продавать. Да ну что такое-то? Музычка такая, прям, не знаю, она такая расслабляющая, ее прям не слышно. Главное, чтобы она не была под авторскими правами. А то ж я знаю, YouTube, он такой. Он типа сейчас ничего не говорит, а через два дня он тебе скажет. Молодой человек, у вас музыка с авторскими правами. А ну-ка, брысь, отсюда его пошел, мы тебе ничего больше не дадим. Мы тебе не дадим больше пользоваться этим, 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 этим. И вообще, кто ты такой? Почему ты здесь... Выкладываешь видео свои. Так, а у нас что-то нужно-то? Литая сталь. Литая сталь нужна 6 штук. 6 литой стали нужно сделать. Это из стали делается. У меня всего одна сталь, блин. Откуда мне сталь надо взять? У меня есть только ржавая сталь. И из чугуна. Интересно. Так, а может быть у меня есть все-таки сталь? Я там ковырял. Ничего не нашел. Жаль. Жаль. Ну ладно. Короче. Кроме кусочков серебра. Все. И химикатов. И хрома. Где у меня тут кусочки серебра-то? Вот он. Алюминий, в принципе, он тоже не упирается. Продам. Все, новый уровень. Новый уровень прокачал. Минус 5 на цены отмычек, они и так дешевые. Плюс 2 отмычки. Плюс 2 отмычки, отлично. У меня теперь будет их аж целых 8. На этом мы с тобой прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайк. Увидимся с тобой в других видосах. Каких-нибудь там в других сериях этой игры. Скорее всего, возможно, да, в будущем. И на стримах обязательно увидимся. Всем спасибо и всем пока.